В Кургане утвердили постановление о сокращении сроков направления предложений собственникам жилья о проведении в их доме капитального ремонта. Сейчас в нем прописаны дата начала ремонта многоквартирного дома, его стоимость, перечень работ, источники финансирования. Соответствующий документ будет направляться собственникам жилья за 2 месяца до начала года, в течение которого должен быть проведен капремонт. Ранее этот срок составлял 6 месяцев. Специалисты уверены, сокращение сроков предоставления уведомлений позволит повысить эффективность реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.